пляж Любимовка, 6 апреля. Движение речки вдоль берега прекратилось. То есть остановилась она в одном месте. Вот она остановилась, дальше пока не идет. Ну а сейчас посмотрим, что у нас там вспышкой. Подъедем, посмотрим. Вышка пока стоит. Течение реки пока не способствует, чтобы она упала. Но это наши миноискатели, как обычно, золотодобыватели. Бог помощь! Уже почистил все одно! Мин нет! Давай, чтоб не было мин! Какая глубина речки сейчас? О. Да может скоро судоходство откроем? Судоходство откроем, говорю, может. Да. Серьезно. Я вот так однажды летом переходил речку и в яму попал, тоже окунулся. Так что осторожней. Я смотрю, все за вышкой наблюдаю, когда она упадет, не упадет. Да вон уже я вот тут, вот я чуть не столкнулся, куча песков. Да. Не лежа. Ну понятно, да. Вот по папе вон пришел. А вот вижу, да, тоже. Откуда они вообще не пишут? А как же они здесь оказались? Ну это вот был, когда шторм был. Раскидало, да? Да. Понятно. Она ниже вот эти перехватки на свет. Ну пока держится, видишь? Ага. Понятно. Ну вот, видишь, у нас летают самолеты.